Всем привет, всем здравствуйте! Мы сегодня с вами готовим вот такую вкуснейшую рыбку под любой гарнир, либо просто так. Буду очень благодарна за лайк и подписочку. Приятного вам просмотра! Нам сегодня понадобится рыбка, у меня сегодня филешка, без косточек. Вот посмотрите, такие кусочки. Замороженная у меня рыбка уже практически растаяла. Далее, две моркови, один зубчик чеснока, одна луковица и сливки, а также соль, перец и ваши любимые приправы. Давайте же начнем. Поехали! Берем одну луковицу и нарезаем. Я сначала нарезаю пополам, потом вот. Также меленько я нарежу один зубчик чеснока. Если хотите, можете выдавить на чеснокодавилке. Но я предпочитаю нарезать. Так, готово. Следующим этапом морковка. Морковку будем натирать на терке. Поставили разогреваться сковороду. Я добавила туда немножечко подсолнечного масла. Отправляем нашу морковочку. Есть. Затем туда же отправляем лук и чеснок. Накрываем крышечкой и обжариваем. Итак, у нас обжаривается. Ребята, смотрите, какие приправы я сегодня буду использовать. Обязательно черный молотый перчик. Это обязательно. Так, затем соль. Обязательно нам это все надо посолить. Так. Дальше у меня петрушка, вот такая вот, в сухом виде, тоже отправляю туда. Если у вас есть свежая петрушка, либо свежий укропчик, кладите, будет очень вкусно. Дальше у меня есть вот такая вот приправа, пили-пили, я ее тоже туда добавлю. Готово. Затем чеснок свежий, а также я добавлю немножечко сухого чеснока, совсем чуть-чуть, вот так. И моя любимая паприка сладкая, красная. Ребята, обязательно добавьте. Во-первых, это придаст красный, красивый, сочный цвет. Выглядеть это будет аппетитно. И вкус тоже будет очень потрясающий. А также у меня есть приправа для курицы. Пускай у нас сегодня блюдо из рыбы, но я добавлю приправу для курицы. Лишним не будет. Попробуйте. Так, все перемешиваем, обжариваем до готовности. Теперь, ребята, всю нашу зажарочку переложили в отдельную тарелочку. На той же сковороде ничего не вытираем. Все так очень хорошо, прекрасно и подходит. Выкладываем нашу рыбку. Так, выкладываем рыбку. Сейчас мы ее посолим, поперчим и все. Больше никаких приправ я не добавляю. Обжарим до румяности. Так. У меня, как я уже ранее сказала, рыбка у меня была замороженная. Я ее отморозила, поэтому она такая у меня водянистая слегка. Если у вас есть, если ваша рыбка не замороженная, то тоже все прекрасно, все подойдет. Так, сейчас я ее разложу как надо и будем обжаривать. Так, рыбочку уже посолила. Осталось поперчить. Вот так. Красота. Но если вы еще хотите, конечно же, можете добавить зеленушку. Я вот не сдержалась, вот добавлю. Мне все-таки зелень — это такая вообще вещь, знаете, она никогда не жалко ее добавить. Так, все, накрываем, ребята, крышкой, жарим до румяности. Поехали. Итак, ребята, теперь, когда рыбочку обжарили, отправляем туда нашу зажарочку. Прям на рыбку. Вот так. Не жалеем. Так, распределяем по рыбке.
Ой, как это вкусно пахнет. Обалдеть. Теперь, ребята, заливаем все вот это наше богатство сливками. Сливок не жалейте. Сливки берите, проверенные, вкусные. Так. Красота. Крышкой не накрываем. Тушим 15 минут. Иногда помешиваем. Рыбочку приподнимаем вилочкой, чтобы наши сливки, наш соус был бы тоже под рыбочкой. Так, слегка. У меня рыбка очень нежная, очень. Чтобы блюдо красиво на тарелочке выглядело, сильно ее не тревожьте. Слегка вот так вот нежненько, чтобы наши сливки проникли везде под рыбку. Красота. Вот так. Теперь, как я уже сказала, крышкой не накрываем, тушим 15 минут. Ребята, наступила наша с вами самая любимая часть – дегустация и украшение и подача блюда. Итак, я предлагаю вам полить нашу рыбку любым соусом. В моем случае это терияки соус. Буквально вот так, немножечко. Так, затем сухая петрушечка. Буквально немножечко. И украшение свежая петрушечка. Ребята, блюдо готово для дегустации. Давайте же с вами продегустируем эту потрясающую рыбку. Ну что, ребята, пробуем. Я не знаю, для чего я взяла ножик, потому что он здесь совершенно не нужен. Посмотрите. Посмотрите на это волшебное мясо. Оно буквально вот на волокна. Какая мягкость, какая сочность. Обалдеть. Давайте же с вами попробуем. Продегустируем эту вкусноту. Ребята, это нежнейшая рыбка. Фантастика. Посмотрите, какая красота. От всего сердца желаю вам приготовить вот такую вкусную рыбочку. Порадуйте себя и своих близких. Огромное спасибо и благодарность за лайк и подписочку. Увидимся с вами совсем скоро. Всем пока!